Черноморец, 26 марта 2016 года. Будем ловить карася руками. Так, ловим. Что мы тут имеем? Вот, пожалуйста, карась сам плывет нам в руки. Вот еще один карась. Сам плывет к нам в руки. Вот еще один карась. И так до бесконечности. Обалдеть просто. Инстинкт их гонит на течение. И можно ловить вот такого доброго карася. У нас он подрос, как вы видите. Вот он какой. Симпатичный.